зовут Наталья Сизых. Я буду петь песню, которую многие из вас знают. Я не хочу ее объявлять, но предлагаю вам присоединяться к ее исполнению. Ребята! Громче! Единственный к тебе вопрос. Ты по профессии человек, который помогает многим людям. Это правда? Стараюсь. Так, кто ты? Или ты не хочешь раскрывать карты? Да нет, почему? Я психотерапевт. Ребята! Человек, который лечит наши души. Скажи, пожалуйста, для тебя музыка, вокал является некой терапией для себя? Мне кажется, я психотерапевтом стала, потому что очень хотела выражать свои чувства через голос. Ребят, ну это вообще волшебство! Давайте похлопаем! Это очень круто! Я отдаю тебе много сил, удачи, успеха. Мне очень будет приятно слышать, особенно такого человека, как ты, эту песню. Спасибо. Поэтому от вас я прошу особой поддержки. И подходите ближе, потому что здесь совсем очень камерная такая обстановка. Сейчас не будет барабанов, не будет всего, к чему мы привыкли. Поэтому подходите поближе, чтобы прочувствовать эту песню. И петь будем о том, что, знаете, я хотела к вам выйти с чем-то таким, с расправленной спиной, с радостью, с удовольствием, с кайфом. Но эта песня выбрала меня сама, если не даст соврать. И она про то, что часто мы чувствуем внутри. Давайте это выразим вместе. Включайте огоньки.